диджей Марсель Гонсалес. Только лучшее. Передовое. Вечер, дорогие друзья. Неплохое завершение для этой недели. Сегодня воскресенье, как обычно по воскресеньям на частоте Динамит FM. Я Марсель Гонсалес и Viva Mix. Самые любимые пластинки, тщательно отобранные, специально для ваших ушей, здесь в течение 2 часов. От слов сразу перейду к делу. Немного, правда, о том, что вас ожидает впереди. Ожидает вас впереди масса танцевальной музыки, и не только. Будет очень много чего нового. Пожалуй, одни из самых лучших работ в даунтемпо, электронике и джазтронике также ожидайте сегодня. Новая работа диджея Краша, японского диджея Джимми Теннера, Red Snapper. Композиция с альбома замечательных джазовых музыкантов, именно так их назовем, Jaga Jazzist. В общем, это пропускать нельзя, дорогие друзья. А начинаем мы с пластиночки, которая мне напоминает о... старых давних временах, когда такая музыка была... очень даже модна, и сейчас с удовольствием ее послушаю вместе с вами. Это проект Caulfield Overtime EP. Называть меня ретроградом, однако эта музыка навсегда останется для меня самой модной, самой лучшей, самой актуальной. Замечательный релиз, который вышел совсем недавно в Европе. Для вас на Динамит FM в Viva Mix. We'll be right back.
Марсель Гонсалес. Москва. В миксе. На Динамит FM. Музыка нашего времени. Это роскошный проект, который называется Metro Area. Продюсер Морган Гейст и его последний сингл Metro Area Dance Reaction на Dynamit FM. Можем общаться с вами с помощью эфирного пейджера 755-6575, абонент Dynamit.
DJ Gunzo. Это Динамит FM, в эфире композиция от проекта «Машина сказала да» в ремиксе канадского диджея и музыканта по имени Тига. Гонсалес, Москва, в миксе на Динамит FM.
Середина 80-х годов, группа Depeche Mode, начало практически их большого пути на музыкальный рынок. People are people.
недавно этого человека откопали археологи где-то в песках Египта. Зовут его Кристофер Джаст. Его уже откапывали несколько лет назад, по-моему, около 2 лет. И он тогда спел песню «I'm a disco dancer». Его новая работа, которая называется очень просто «House». Мы слушаем вторую сторону пластинки, самую лучшую, на мой взгляд. Всем скоро после рекламы мы с вами уже будем совершенно другие, расслабленные, спокойные, будем слушать нежную музыку. Поподробнее совсем скоро. Такой своеобразный контрастный душ. Я могу вам точно сказать на 155%, что этого вы больше нигде не услышите. Which is vital to the atmosphere we intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind a lady. Вот видите, пророчества сбываются, действительно контрастный душ. Если вы помните, до этого, до рекламы, имеется в виду, был Кристофер Джаст. Его параноидальная композиция. А сейчас норвежцы Ральф Майерс и Джек Херен Бенд, которые косвенно повлияли на успешные экономические показатели концерна Volkswagen Audi. Их трек «Никита» звучал в рекламе самого народного автомобиля Volkswagen. Трек тогда занял аж 8-е место в чартах популярных песен и где-то между Мэрилином Мэнсоном и Бритни Спирс находился. Видеоклип получил приз за лучшее музыкальное видео на норвежском Грэмми. Ральф Майерс, который начинал как диджей Эрланд Селиволд, потом вместе с Томасом Лонгхеймом и Тарджей Стромом решили попробовать написать собственную музыку. И что не пластинка, то хит. A Special Morning, так называется, специальное утро. Это Динамит FM. 20 минут нежности для вас.
нырял в пробку, ну просто капитально, знаете. Да тут какая-то нечеловеческая пробка совершенно. Алло. Да. Ну в пробке я стою, где я еще могу быть? Да тут... Гонсалес, Москва, в миксе на Динамит FM. Где я? Это Динамит FM, Viva Mix. Только что вы слышали звезду театральных подмостков столицы, ну вообще России. Теперь еще и звезду музыкальную. Это Евгений Гришковец и проект «Калининградские бигуди», «Пробки буги». Честь и хвала компании Real Records, которая выпустила этот альбом. Действительно, как сказать, бриллиант на музыкальном небосклоне российском. Альбом называется «Сейчас». Жутко красивый. Это смесь литературы и театра, актерства. От Евгения Гришковца и воздушная электроника от калининградцев Бигуди, которые до работы с Гришковцом выпустили альбом. Мне понравилось название «Москва поверила слезам». А вот что говорит сам Евгений Гришковец о альбоме. Это саундтрек к фильму, которого нет и никогда, скорее всего, не будет, но к которому, в принципе, вполне можно написать сценарий. Это музыка города, музыка пробки, толпы, поэзия мегаполиса. Если бы я мог это спеть, я бы спел, но петь я не умею. Поэтому сделал то, что умею. Вот такие дела. Амстердамец Алекс Кортис, который в 2001 выпустил альбом «Make Believe». Ну а в данный момент композиция с его нового диска «Mesmerizing», который вышел в феврале 2003 года. Алекс Кортис — это альтер-эго Ада де Муй, так настоящее имя музыканта.
ключевая фигура голландской танцевальной сцены, который еще с 90-х годов пишет музыку и написал один из самых первых танцпольных блокбастеров, который получил какую-то премию даже. Всем, кто только что присоединился к нам, Джимми Ценнер, финн, который сделал еще один LP, который называется High Plains на Dynamite FM. Родился практически одновременно с первенцем Джимми Теннера, которого назвали Фэбом. У Теннера, оказывается, есть супруга, что для меня стало откровением. Мне казалось всегда, что это безумный коллекционер. Если вы посмотрели на его фотографии, вы бы тоже так подумали, у которого нет ничего, кроме его железок, и которые он собирает и лелеет, и холит. Он славился тем, что собирает старые российские, советские синтезаторы, из которых производят свои произведения. Вот, жена подарила ему сына, и проблемы со временем, что, несомненно, раздражает гения финской джаз-троники. А вот высказывание самого Теннера. «Я не знаю, сколько жанров в альбоме Higher Place. Я не могу распознавать жанры вообще, как это умеют делать журналисты. Кажется, они могут придумать определение любому мельчайшему изменению в музыке. Я же считаю, что главные виновники существования жанров — это музыкальные магазины. Нацисты использовали термин «раса», а музыкальные магазины — термин «жанр». Гонсалес, Москва, в миксе на Динамит FM. Джастроника, нью-джаз и также настоящий джаз вы услышите сегодня еще. Начали мы вот эту джазовую тему с Джимми Теннера и продолжаем вместе с новой работой от японского диск-жокея и музыканта Диджей Краша. Вышел его новый альбом, который я настоятельно рекомендую приобрести всем любителям настоящего андеграунд-хип-хопа и вот таких этнических джазовых композиций. В эфире произведение «But the World Moves On» DJ Crash.
вечер, Марсель. Ты сказал, что будет много танцевальной музыки. Хотелось бы узнать, будет ли музыка drum and bass направления. Нет, музыки drum and bass направления не будет. Потому что я, честно говоря, больше люблю слушать атмосферик drum and bass, чем играть его. У нас есть человек, который играет атмосферик. Это Сергей Дэдзи. Слушайте его эфир после полуночи на Динамит FM. Такая композиция делает альбом лучшим альбомом года, я считаю. Это DJ Crush, But The World Moves On на Динамите. Это одни из самых лучших альбомов в электронной даунтемпо и не только даунтемпо стилистике. Так вот, этот альбом от DJ Crush приплюсовывается к ним. А это были Massive Attack. Это был новый альбом Red Snapper. Сегодня мы услышим еще одну работу с него. Это Jaga Jazzist тоже будет. Хаус-музыка в эфире Динамит FM на протяжении 20 минут. Надеюсь, что вам понравится. Это для тех, кто ожидал груви, дэнс, вайбрейшнс. Вы их сейчас получите в полном объеме. Как говорится, ноги на ширину плеч, руки в стороны. Ну а дальше как покатит. Шон Уорд. И, простите, Mood Switch на Динамит FM в Вивамиксе.
Эссель Гонсалес. Москва. В миксе. На Динамит FM. В эфире Динамит FM Viva Mix. Великолепная хаус-музыка от лейбла Soul Groove, которые очень любят приматов и вообще человекоподобных. Может быть, в общем, настолько любят, что сделали гориллу символом своего лейбла. И вот маленькая такая гориллочка сейчас крутится на пластинке, на виниловом проигрывателе. Здесь, в студии Динамита. Хотите общаться? Общаемся. 755-6575, абонент Динамит. Это Viva Mix Марселя Гонсалеса. А это Funky Sexy Think от лейбла Soul Groove. Все очень просто. Nice.
Семья Жильберто спасла мир, друзья мои. Какое счастье, что есть семейство Жильберто. Пепель Жильберто, So Nice, Дерек Картер, Remix. So Nice.